Лет 10 назад закон об ответственности родителей приняли. Вы знаете, что он содержит, какие... Нет, я не в курсе, честное слово, не в курсе. Я не знаю сейчас, какие у нас законы таджикские. Но вот во время Союза у нас очень строго было насчет дисциплин. Например, я сама в садике работала воспитательницей. Тогда у нас очень это строго было насчет... Вот детей привели утром в садик, нам сдали, мы... Головой отвечали. Родители должны нести перед детьми, обязательно. Этот закон очень вовремя принят. Родители привели своих детей, они должны обязательно нести ответственность за это. Воспитывать это, как раз подчеркнули. Не только воспитывать, дать надо хорошее образование. Ну, со всей стороны, разносторонние. Я так считаю. Отец и мать не должен детей убить. Должен по словам их воспитать. Когда человек, дитё будет бит, он, наоборот, ещё хуже становится. Фарзанд он ошёл, так ты, на зону ты сахар дал, тарбей, нахстя. И когда шама шёстер? Возьм она не бог не так. Конун дар бура и подар мудар фамилия ге, дар да сошут görüşte. А то конун шёха фамилия ге не есть, но як-то конун хаста. Подар мудар бад, якуш босават боша, приемуш бу акл. Бе тартиби на боша. İnanın ki meşinim, kardeş sigara, inanın ki paramdır işte sigara mekese, iş nos mekese, iş var o. Ama mümkün değil senin. Ama yam yak oyları de takip. Doğru akıl hoy olmuyor yani. Agar terbiye nakmazı, şükür kardan da kuramin, amin, holiday nakazar. Çin basalım, Çin nakazar. Ну, а вас штраф шкандар корбан, а мы тарафа, чьи наказаты, кибуча кардан. Чунки и наказаты мегира. Хода и днё, хода у днё, агар тарбьянака. И гуфтай манеси, правильно? Ответственные, в первую очередь, родители, конечно, а в вторую очередь, джамия тоже, общество тоже. Потому что сейчас садики платные, всё платное, а не все же могут туда отдать своих детей. Поэтому, я думаю, надо какие-то для них организовать специальные, ну, чтобы они были заняты, эти дети. Под присмотром должны они быть обязательно.